Меры поддержки бизнеса помогают северянам развивать свое дело, внедрять новые услуги и расширять клиентскую базу. Одна из самых востребованных мер среди деловых ямальцев – компенсация части затрат по целому ряду направлений. В прошлом году поддержкой воспользовались 8 предпринимателей Муравленко. Евгения Хадыкина – косметолог и массажист. Свою студию красоты и здоровья открыла в Муравленко 10 лет назад при грантовой поддержке муниципалитета. Тогда в ее кабинете жителям были доступны всего несколько процедур. Сегодня их список стал значительно шире. Посещаю разные семинары, прохожу разные курсы, идем ногу со временем, закупаем аппараты. Развиваемся в плане эстетической косметологии, то есть очень много новинок сейчас, эта сфера развивается, и хочется тоже всему учиться. И, конечно же, очень много процедур добавилось, больше 10 массажей ручных, электромагнитное воздействие, вот теперь компрессионные массажи, электромиостимуляция, карбокситерапия для лица и тела. Развитие бизнеса – процесс не быстрый, он требует больших усилий и серьезных финансовых вложений. Хорошим подспорьем для предпринимателей служат меры господдержки. В прошлом году Евгения подала заявку на компенсацию части затрат на приобретение аппарата электромагнитотерапии. Покупка вылетала в копеечку, но благодаря окружной поддержке расходы удалось сократить вдвое. Аппарат, который был приобретен, с помощью поддержки центра «Мой бизнес». Это аппарат для снятия напряжения мышечного, это для снятия воспаления в мышцах. Он может так использоваться точечно, может использоваться пообширнее в плане коррекции фигуры. Он ускоряет обменные процессы. Аппарат нашей прекрасной российской фирмы, компания «Магнон», она давно на рынке. У этого аппарата есть несколько программ, несколько режимов. В данный момент подключили функцию воздействия электрической волны для того, чтобы снять напряжение с мышц вот в данной области. В прошлом году в Муравленко денежные выплаты в рамках компенсации затрат получили 8 предпринимателей. Востребованными направлениями стали возмещение на приобретение и лизинг оборудования, подключение к инженерным сетям, компенсации паушальных взносов по франшизам. Центр «Мой бизнес», во-первых, они большие молодцы, что они в самом начале, когда они приехали, здесь открыли филиал, они встречались с нами, со всеми предпринимателями, обсуждали наши потребности, предлагали свою помощь, свою поддержку. Центр «Мой бизнес» может помочь вот так вот финансово развиваться и предоставлять для города как можно больше услуг, идти вперед и радовать людей, своих клиентов. Поддержка бизнеса на Ямале – это результат реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и одно из ключевых направлений работы региональных и местных властей. Сегодня все меры господдержки собраны на единой площадке в центре «Мой бизнес». В центр «Мой бизнес» могут обращаться как планирующие начать свою деятельность, да, как предприниматель, и также действующие предприниматели и самозанятые, которые планируют развиваться, которые хотят получить поддержку. У нас есть и финансовые меры поддержки, есть и нефинансовые. Сегодня меры поддержки, которые есть в муниципальном образовании, также окружные меры поддержки, мы аккумулируем у себя на сайте. Получить консультацию предприниматели могут в центре «Мой бизнес», на сайте агентства или по телефону. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.